Политический и общественный деятель, председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков посетил Карачаево-Черкесию с рабочим визитом. Он проявил себя с различных областей в решении проблем государственного масштаба, включая экологию, экономику, юриспруденцию и журналистику. Он работал в местных органах самоуправления и был руководителем ряда коммерческих и некоммерческих фирм и организаций. В республике он провел встречи с однопартийцами, отдал дань памяти жертвам политических репрессий. У одного из мемориала с ним встретилась Альбина Ламкова. Председатель российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков регулярно осуществляет командировочные туры и посещает регионы, проводит встречу с активом и сторонниками партии. На Кавказе бывает часто, но в нашей республике впервые. В мае был в Чечне и Дагестане, в Черкесск приехал из Кабардино-Балкарии. Одним из важных пунктов пребывания в нашей республике стало посещение мемориала жертвам политических репрессий в Карачаевске. И для меня было очень важно сегодня побывать не только на этом мемориале, но и на мемориале в Карачаевске, потому что я понимаю, что гигантская боль и трагедия народа, она не утихает, и во многом сейчас делается недостаточно для того, чтобы отдать по-настоящему память людям и сделать абсолютно невозможным повторение таких событий. Затем, прибыв в Черкесск, Николай Рыбаков вместе с председателем регионального отделения партии «Яблоко» Ахметом Абазовым возложили цветы к мемориалу жертвам Кавказской войны. Чтить прошлое – главная ценность человечества. То, к чему призывает партия «Яблоко», отметил Николай Рыбаков. «Яблоко» призывает нашу страну, наши власти сделать человеческую жизнь, человеческое достоинство, свободу человека самой главной ценностью и смыслом работы государства. И когда приходишь на такие мемориалы, еще раз понимаешь о том, насколько это важно в нашей стране, потому что очень тяжелое прошлое у многих народов в нашей стране. Но мы живем вместе и должны понимать, что это прошлое надо помнить, знать, чтить. Общительный, жизнерадостный член общества. Так характеризует Николая Рыбакова. Он действительно располагает и внушает доверие. Сразу после возложения Николай Игоревич проявил интерес к окрестностям местного парка отдыха РТИ. Оценил красоту ландшафта, осмотрел детскую площадку. Был очарован. В ходе беседы рассказал о том, каким он видит будущее партии «Яблоко». Мы видим нашу партию такой, которая будет всегда с нашим народом, с нашей страной и в тяжелые периоды в жизни, и в лучшие периоды жизни. И это та партия, которая всегда будет отстаивать ценность свободы, мира, человека и благополучия в нашей стране, чтобы каждый человек мог реализовать себя здесь, в нашей стране. Альбина Ламкова, Лия Бастанов, «Вести Карачаево-Черкесия».